Если у вас и вашего ребенка в возрасте до 15 лет неопределенное гражданство, то вы можете ходатайствовать о гражданстве Эстонии для своего ребенка в упрощенном порядке. Звоните или приходите на консультацию в Центр обучения Керсти Вылу. Дай возможность своему ребенку стать полноценным гражданином Евросоюза. С августа 2010 года до конца мая 2011 года работает инфопункт и инфотелефон, куда могут обратиться все родители детей до 15 лет с неопределенным гражданством для получения более подробной информации о получении гражданства Эстонии.